Доброе утро, меня зовут Дмитрий Воинков. На этой неделе мы рассказываем про входные двери, и сегодня мы поговорим о их функциональности. Функциональность не всегда кроется в самой двери. Иногда она проявляется в каких-то мелочах. Вот, например, вместо обычного сувального ключа можно использовать более удобный, с такой простой системой открывания. В этом случае его легко хранить в кармане, и он выглядит как ключ от дорогого автомобиля. Еще одна важная особенность, которую можно отнести к функциональности двери, это возможность перекодировки ключей. Для этого вам понадобится комплект новых ключей, монтажный ключ и простая и понятная инструкция. Мы открываем дверь. С помощью монтажного ключа выдвигаем ригель на 4 оборота, вставляем шток для перекодировки замков, устанавливаем его до упора и поворачиваем против часовой стрелки до щелчка. После этого берем рабочие ключи и полностью задвигаем и выдвигаем ригели. На этом перекодировка закончена. Монтажный ключ больше не понадобится. Еще одна функциональная особенность современных дверей – это легкость смены панелей, как внешних, так и внутренних. Во время процесса ремонта внутренние и внешние панели могут испачкаться, поэтому современные производители придумали систему, которая позволяет их заменить. Удобный ключ, возможность перекодировки замка, сменные панели делают входную дверь более функциональной. Учитывайте это при выборе.